видно. Снаряд пробили его, по-моему. По АК там написано. Наверное, АК его пробил. Взад. Это пробит, что ли, получается, да? Я что-то сразу не заметил. Это остальная пластина, это накладная броня была пробита. 12,7. А чем же он пробит? Корд. Чем? Корд, 12,7. Пулемет. Пулемет, ничего себе. Да. Сзади, если посмотреть, где пехота отделение, там 4,5 КПВТ отрабатывал. И с правой стороны борт там уже 30-42 работала. 32 миллиметра. Конечно. Она вся ушита вот этим дополнительной защитой. Ага. Вот так, вообще что-то... корпус алюминиевый. У него, да, получается, да, он легкий. Стальные защиты, динамика стоит. Ага. Мы уже, наверное, сняли ее. Ну он как получается? Он легкая, да, получается, от машины? 32 тонны слишком много. Даже много, своей классе, да, техники, как БМП, она слишком тяжелая. Если даже наши взять, то она нет. Наши 17 тонн есть. Понятно. Это 34. Вот парень рассказывает нам, да, Брэдлик. Слушайте, а вот это вот черное, вот это у него... Это противотанковый ракетокомплекс Ту-2. А, то есть когда вылетает, вот он, да, так за, да, это... Да, это ракета, это то же самое аналог противотанковой ракеты нашей. То есть как и торсионная подвеска, как сидит экипаж, располагается моторный отсек, тот самый спереди. Коробка, трансмиссия, все то же самое. Спереди, да. Только габариты большие, массы. Слушай, а как ты считаешь, вот, возможно ли сделать что-то наподобие танка? Так, вот сзади он рассказывал, пулеметом пробито все тут. Фонарь, понятно, разбит. Так, в общем. Это уже наши. Новые. На мост не пойдет какой-то. Это что-то новое, да, уже? Да, это 2020 года. А, то на базе 66-го уже тогда. На базе прям... Ухала он сделал. Он по семейству его пока. Ага, это тоже, да, на Урал. Это на базе КамАЗ. А, КамАЗа даже, да, ничего себе. Спартак. Новый, это интересно. А это я смотрю, вот этот Брэдли в бою он побывал, да, получается? Да, он, мы его оттуда привезли. Ну, ага, ну, понятно. Так он, интересно. На базе Урала. Так, это Брэдли, получается, уже побывал в бою. Вот его тоже привезли, видно вон там. Побитый, наверное. Разбитый. Хорошо. Дает. А, помоды. Все, горячее питание тут. Смотрим. А, вон, пулемет. Это, наверное, настоящая, да? Тут вот прямая трансляция получается. С той антенной.